Работал в санатории мой дед на старость лет охранником в административном корпусе. В третьем классе по субботам приносил ему обед. Живописные места располагались в моем фокусе. Сквозь них виднеется аллея яркая, осенняя природа. На них внимание не обращала лимита. Сквозь них проходит тьма народа. Центрального входа величественные врата. Брусчатка крепкая французского бульвара, соприкасаясь с парапетами старинными, с дорогой, изъезжена машинами, но для нее не кара. На себе испытывать шаги босоты быстроногой, поспешно выходя из пятого трамвая, по сторонам смотря, с авоськами пустыми. Запомнилась толпа приезжих именно такая, говорящая на суржике с лицами простыми. Они приехали сюда с уставшими глазами, они весь год тяжело работали, чтобы в одесском санатории гулять с деньгами, пока с хозяйством одни оставленные родители. Курортники расхаживают в сарафанах, кто с малыми детьми приехал среди них. Катаются за бешеные суммы на катамаранах, скоро на процедуры, хохот их затих. Смутно помню памятник летчика великого, в честь которого был назван санаторий. Он запомнил путешественника дикого, который вам опишет несколько историй. С закрытыми глазами, сидя на диване, приподнимая веки, устремляя взгляд, моргая. Без электричества помех не видно на телеэкране. Кинопленка памяти моей все еще новая, живая. Корни сотворенных устремляются к творцу, стремглав строка летит ближе к эпилогу. Возвращаюсь к самому себе, юнцу, рифмуя чувства задумчиво немного. Там мне 11 или 12 лет, спускаюсь к санаторию по переулку. Трепетно в руке несу обед, по-осеннему одет, целую неделю ждал одинокую прогулку. Ответив на вопросы дедушкины быстро, свободолюбие и любопытство вели, куда глаза глядят. Листва горит по-сказочному пестро, качели на ветру скрипят.